Наркомания среди молодежи в Химках встречается все реже. Число преступлений, связанных с незаконным оборотом веществ, снизилось вдвое. С таким заявлением выступили спикеры антинаркотической комиссии округа. Особенный контроль за несовершеннолетними. Школьников тестируют на употребление запрещенных веществ. Также в борьбе с наркоманией помогает постоянный мониторинг ситуации. Ну, это у нас плановое мероприятие, которое мы проводим ежеквартально в течение года. Осматриваются вопросы, которые, ну, мы считаем наиболее актуальными, наиболее, скажем так, животрепещущими для жизни города, для жизни города актуальными. И то, что нам рекомендует область. Трудоустройство молодых химчан, развитие спорта и активный отдых также способствуют правильному воспитанию. На эти цели постоянно выделяют финансирование. К примеру, полсотни детей из неблагополучных семей этим летом отправятся в оздоровительные лагеря Крыма.